В Казахстане начали отменять рэпера Джах-Калиб. На него обрушился шквал критики после одного из подкастов на тему насилия над женщинами, в котором музыкант принял участие. Во время беседы один из участников подкаста привел статистику о том, что якобы 85% жертв изнасилования оказались не в то время, не в том месте и не в той одежде. Джах-Калиб согласился и отдельно обратил внимание на слова «не в той одежде». До этого рэпер приводил в пример хиджаб и то, как он может обезопасить женщин от насилия. Более того, стало известно, что музыкант выпускает свой бренд одежды для женщин под названием 85%. Казахстанцы накинулись на соцсети рэпера, оставляя гневные комментарии. Кто-то даже сравнил музыканта с секс-министром Бешимбаевым, который недавно зверски убил свою жену. Стоит отметить, что первая известность Джах-Калибу пришла после треков «Твои сонные глаза», «Сжигая дотла» и «Секс и наркотики».